Вот это Алексей, это хозяин Нивы 86-го года выпуска. Попробуем сейчас по этому снежному полю на ней проехать. Я за руль, если что. Давай. Садись со мной. Ефимов, я чувствую, тебя зря за руль посадили. Я ему в камеру говорю, чтобы он потом слышал. А что, серьезный мужчина? Сейчас они засадят эту Ниву. Ну да. Идет. Идет, идет, идет. Опа! Ну что ж, сейчас ее перегреется еще, наверное. Она уже да, у меня уже рука устала. Опа! Смотри! Расскажи, что у тебя там интересного в машине-то вообще? Ничего интересного нету, сзади блокировки стоят. Самоблоки, да? Да, дан. А сколько он на машине отъездил? Второй год ездил. Второй год? А, ну то есть не первый хозяин, да? Нет, второй хозяин. Первый хозяин мой одноклассник, но он мало на ней ездил. Понятно. Можно... Когда я покупал, на ней было 58 тысяч пробега. Понятно. Всего лишь. Ну ясно, ну свеженькая машина такая, неплохая, да? Она не ездила. Да? Ну отлично. Не убивает совсем. Ну, немножко коррозия пошла, но это не смертельно. Все, отлично. Держи, приз. Хитрость на самом деле есть. Машина-то на цепях.